С 1 по 2 марта в Казанском федеральном университете состоится мероприятие, посвященное трендам глобальной цифровизации. Межнациональный совет МАСТ «Студенчество и вызовы цифровой эпохи». В Казанском федеральном университете соберутся самые активные, самые позитивные и просто талантливые ребята с разных вузов не только нашей республики, но и страны. Здесь они получат какие-то базовые знания, какие-то знания чуть выше, которые пригодятся им в их профессиональной деятельности. В программе конференции Межнационального совета МАСТ принимают участие депутаты Государственной Думы, влиятельные политики, профессионалы медиасферы федерального уровня. Хорошая возможность студентам разных вузов России приехать, познакомиться с гуру в медиаобласти. Здесь будут очень хорошие мастер-классы, там будут мастер-классы по видеомонтажу, по созданию новостных выпусков. Здесь же будет проходить конференция Межнационального совета, Международная ассоциация студенческого телевидения, а коротко говоря, МАСТ. А возглавляет этот Межнациональный совет ректор Казанского федерального университета Ильшат Равкатович Гафуров. Сегодня, сейчас, вот в эти дни, когда в мире неспокойно, в России тоже непросто, ситуация в Дагестане, национальные вопросы так или иначе, они влияют на общую ситуацию в России. Подобные медиафорумы – это отличная возможность посмотреть на то, как работают медиа-центры вузов нашей страны и обменяться опытом, который уже был применен в работе. Это всегда возможность общения, а для журналистов это просто принципиальная составляющая, да? Это наложение контактов, связей, коммуникации со своими партнерами, живущими в других городах, в других странах, работающих в аналогичных компаниях. Очередная веха к собственному совершенствованию, к собственному росту, к тому, чтобы соотнести свои достижения и свои планы с тем, что делают коллеги и партнеры. Это всегда обмен мастерством. Медиафорум проходит при поддержке Международной ассоциации студенческого телевидения, телеканала «Универ ТВ» Казанского федерального университета и Росмолодежи. Заявки на участие принимаются до 1 марта. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.